Пытаясь усидеть на двух стульях, Арутюнян нажил себе врагов в родной партии. Передает Аззи Ас. В партии Араика Арутюняна есть серьезное недовольство, проводимое властями Армении политикой. Газета «Паст» пишет со ссылкой на свои источники, что уже длительное время в партии Араика Арутюняна «Свободная Родина» есть серьезные разногласия. В том числе в парламентской фракции. Как передают наши источники, дело в том, что в партии Арутюняна есть серьезное недовольство, проводимое властями Армении антиарцахской политикой. Однако им дано указание не использовать жесткую риторику и как можно мягче выражаться в адрес Никола Пашиняна. Кстати, по нашим сведениям, сам Арутюнян проявляет в этом вопросе довольно серьезную осмотрительность, пытаясь использовать по возможности мягкую риторику в адрес армянской власти, хотя несколько раз даже пробовал высказать четкую позицию. Примечательно также, что в многотысячном митинге 28 мая участвовало довольно большое количество представителей партии «Свободная Родина» и одноименной фракции, пишет газета. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.